Ну так я и думал, что через низ. Ну наверх я слазил, ничего там я не получил, просто, так сказать, театр звуков. А, ё-моё. То есть через воду, да? То есть вот как. Ну давай быстренько через воду. А, не в ту сторону, да? Да, сейчас наберемся. Наберемся воздуха. Так, я в какую сторону? Я влево пошел, да? А нам надо вправо. Погнали вправо. А, вот она, да? А чё, как мне разбить-то её? А-а-а, вот оно что. Понятно, там решетка. Блин, решетка собака. И нам эту решетку, видимо, надо... Я так полагаю, вот отсюда как. А, вот он. Ну и что? А что мне это даст, если я сюда же и выберусь? Это как-то довольно странно. Согласись. Согласись-ка. А может тогда через верх все-таки? Тихо. Да что ты делаешь? Да убери уже ты это. Да что это такое? Да почему? Чё он строгает эти? Да почему? Ну ладно, давай вниз сходим. Вот так-то ты можешь подняться? Можешь. Чё-то там какой-то был глюк. Давай заходим. Все-таки, наверное, через так, потому что ты видишь, там через воду выхода никакого нет. А, смотри, наверное, вот что надо, можно будет сделать здесь, сотворить. Смотри. Я думаю, что вот надо будет прыгнуть вот так. А, подожди. Хрена себе, это босс? Это босс? Ах, вот оно как. Ах, вот оно что. Вот это шикарно. Вот это мне нравится. Шикардос, блин. Давай, сейчас мы попытаемся с ним немножко порубиться, и потом уже можно будет отрубиться. Так, еще один. Еще один. Стоп. Да не прыгай ты. Значит, вот здесь... А, стоп. Ну, здесь просто вода, да. Ну, на всякий случай, я как прорубил, но это ничего не дает. Стоп, вылезай. А вот здесь? Под лавкой что? Под лавкой ничего. Ну, вылезаем. Ладно, давай, Гордон. Ой, фу ты... Фрэнк, Джек, вылезай. Пойдем через вентиляцию. И через верх. Походу босс, да. Это походу босс. Ну, сюда мы, если что, назад можем залезть. Спрыгиваем. А, все, мы стоим прямо. Отлично.